Всем привет, на связи Чигарев Илья. Если вы смотрите это видео, значит, вы скачали мою бесплатную книгу «Пошаговый алгоритм создания сайта на WordPress». И в этом видео мы поговорим о настройке шаблона. Я решил не расписывать это текстом, а решил записать видео, в котором вы наглядно можете посмотреть, как же настроить тот шаблон, который мы выбрали. Давайте напомню, в книге я настраиваю шаблон Sparkling, вот сайт, откуда мы его скачивали. Давайте посмотрим демо. Вот как он выглядит, он уже сейчас настроен, и мы сделаем что-то наподобие. Вот, давайте приступим. Итак, переходим по ссылке нашего сайта, заходим в админку. Да, еще хочу предупредить, что здесь есть некоторые элементы, которые мы еще не настраивали, по сути, в книге. Они будут дальше, но поскольку это видео я записываю в самом конце, то есть книга уже написана, и я вот записываю дополнительное видео, вы можете видеть вот такие элементы, которые, в принципе, в книге еще мы не рассматривали. Они будут дальше. Итак, мы заходим в админку, дописываем хвост wp-login.php. Здесь пишем логин и пароль для входа в админку, нажимаем «Войти». Итак, вот мы в админке, где обычно находятся настройки шаблона. Ну, как правило, это внешний вид, вкладка, и вот где-то здесь. То есть, может быть написано «Опции темы» или по-английски «Themes Settings», что-то типа такого. Либо же вот в этом самом меню. То есть тоже смотрите по названию, смотря какой шаблон вы выбрали. Но данная же тема настраивается несколько иначе. Она настраивается по вкладке «Внешний вид. Настроить». То есть мы сюда переходим и видим вот «Sparkling Options». То есть «Sparkling» — название нашей темы, «Options» — это опции, собственно. Нажимаем. И вот те настройки, которые, в принципе, мы можем сделать. У всех шаблонов свои настройки, где-то больше, где-то меньше. У платных шаблонов, как правило, больше настроек идет, то есть, чтобы вы не лезли в код, для вашего удобства делают больше настроек. Бесплатных же их будет все же поменьше. Но здесь, как мы видим, учитывая, что шаблон бесплатный, настроек тоже достаточно. Ну и давайте начнем по порядку. Первый — это слайдер Options, то есть опции вот этого слайдера. Если мы сюда перейдем, то здесь мы можем его включить. Нажимаем «Включить». И пока что ничего не произошло. То есть здесь мы видим предосмотр, собственно, как будет выглядеть наш шаблон. Так, пока ничего не произошло, но давайте мы поступим по-другому. Мы сначала сделаем слайды, затем создадим статьи, которые будут отображаться в нашем слайдере, и затем мы его уже здесь подключим. Можем пока убрать галочку и вернуться назад. Нам нужно подготовить вот такие слайды. Как мы видим, они растянуты на всю ширину, и нам нужно узнать размер, собственно, данного изображения. В принципе, можно задавать просто большие размеры, например, 2000 пикселей на 1000, и картинка будет автоматически подстраиваться. Но давайте посмотрим, какой размер используют разработчики, собственно, данного шаблона, чтобы создать такой же размер. Для этого я вам покажу небольшую хитрость. Мы нажимаем правой кнопкой мыши в браузере и выбираем просмотр кода элемента. Затем выбираем вот эту стрелочку и наводим на изображение и кликаем один раз. И вот здесь мы можем видеть как бы настройки изображения, то есть image. И здесь идет ширина 1920 на высоту 600. То есть вот мы знаем размер изображения, которое здесь использовано. Давайте создадим три слайда для примера такого же размера. Я их, правда, уже подготовил, вот они, три слайда, но на одном примере вам покажу, как, в принципе, я подгоняю под размер слайды, картинки. Для этого я использую программу Photoshop, для меня это самая удобная программа для редактирования картинок, изображений, фотографий. И здесь выбираем файл «Создать».
Здесь задаем наши размеры, то есть ширина 1920 на высота 600. Нажимаем ОК. Далее переносим нужную нам картинку обычным перетаскиванием. И зажимаем вот здесь цепочку, чтобы изображение растягивалось равномерно. И с помощью курсора зажимаем левой кнопкой мыши. Вот здесь видим, что появилось две стрелочки по бокам. И вот так вот его растягиваем. Можем же, например, тянуть за углы. В принципе, кому как удобно. Вот так мы это делаем, чтобы не было белых краев, чтобы изображение было полностью по размеру сделано. Ну и здесь выравниваем как удобно. Вот так, меня устраивает. Нажимаем галочку «Принять». Все, изображение мы растянули по нашему размеру, и его теперь нужно сохранить. Нажимаем «Файл», «Экспортировать», «Сохранить для веб». То есть мы будем использовать для сайта, поэтому сохраняем для веб. Смотрим размер 381 килобайт, довольно много. Давайте здесь качество поставим очень высокое. Посмотрим, как изменяется качество. Если мы сделаем высокое, ну, качество не сильно изменилось, в принципе, можем оставить так. И видим, размер уменьшился почти в 3 раза. Что и хорошо, потому что если долго будут загружаться картинки, человек может не дождаться загрузки и уйти, собственно, с сайта. Поэтому нам нужно сделать загрузку изображений как можно быстрее. Нажимаем «Сохранить», выбираем на рабочий стол, сдаем название S1, допустим. И нажимаем «Сохранить». Все, слайд у нас готов. Вы таким же образом сделаете столько слайдов, сколько вы хотите видеть, собственно, в слайдере. Ну, я оставлю вот эти 3, которые создал ранее, по такой же технологии. Так, Photoshop я закрою, чтобы не мешал. Так, слайды созданы. Теперь нам нужно создать новые статьи, которые будут показываться в слайдере. Как мы видим на примере, это вот идет 3 статьи. Это вот заголовок, это уже текст, который идет в статье, ну и, собственно, само изображение. Мы сделаем так же. Переходим в записи, добавить новую. Пишем заголовок. Давайте я напишу слайд 1, чтобы было просто понятно. А здесь напишем описание слайда 1. И посмотрим, как это потом будет выглядеть. Далее, нам нужно создать новую рубрику, которая будет отвечать за слайдер. Это можно сделать либо здесь в разделе рубрики, либо прямо добавить из статьи. Мы нажимаем «Добавить новую рубрику», пишем «Слайдер». У вас она может называться, как вы захотите. Название здесь роли, собственно, не играет. Но я делаю так, чтобы было просто нагляднее. Написали «Слайдер», нажимаем «Добавить новую рубрику». И галочка уже сама поставилась напротив этой рубрики. Опускаемся ниже. Здесь нам нужно еще задать миниатюру, то есть изображение. Мы нажимаем на эту ссылку, выбираем «Загрузить файлы» и выбрать файл с компьютера. Выбираем наш первый слайд. Картинка загрузилась и нажимаем «Задать миниатюру». Все, основные настройки мы в принципе сделали. Вы же можете еще написать полноценную статью, сделать SEO настройки, добавить метки и затем нажимаем «Опубликовать». Первая статья готова. Давайте посмотрим, как она выглядит на сайте. Вот наша статья, вот заголовок, вот описание, ну то есть тело самой статьи. И таким же образом мы добавляем еще 2 статьи. Пишем слайд 2. Выбираем, не забываем, рубрику «Слайдер» и задаем миниатюру. Можем изображение переносить прям в браузер. WordPress – умная CMS, умный движок, и он это понимает. Мы перенесли вот наше изображение, задать миниатюру и опубликовываем. Ну и добавим третью запись, слайд 3. Делаем описание слайда 3. Рубрика «Слайдер» и «Миниатюра», третье изображение.
задаем и опубликовываем. Давайте еще раз посмотрим, как это выглядит на сайте. Вот три статьи, три слайда. Окей, итак, теперь мы переходим опять внешний вид настроить, настройки нашего шаблона. Здесь Sparkling Options, Slider Options и еще раз нажимаем включить слайдер. Теперь здесь уже видим, что выбрана рубрика слайдер, но слайдера как такового нет. Чтобы он появился, нам просто нужно сделать, выбрать другую категорию и выбрать обратно наш слайдер. И как мы видим, слайдер появляется. Здесь прописываем три слайда мы хотим видеть. Если вы хотите больше, пишите больше. Если меньше, пишите цифру ту, какое количество слайдов у вас будет. Нажимаем «Сохранить и опубликовать» и проверяем наш сайт. Обновляем сайт. Сайт загружается. И вот он наш слайдер. Классно выглядит. Пользуйтесь им обязательно. И вот мы видим, какое берется описание, то есть заголовок нашей статьи и начало текста, собственно, самой статьи. Здесь не помню сколько, но строчки 3, наверное, влазит текста. Вот если, например, здесь посмотрим, 2 строчки текста, то есть начало статьи, чтобы человек мог прочитать начало, если его заинтересует, перейти уже и дочитать до конца. Вот здесь даже больше еще. Ну ладно, со слайдером мы разобрались. Нажимаем стрелочку назад и смотрим дальше. Layout Options. Смотрим, что здесь. Это, собственно, настройка блоков. Вот здесь мы видим вариант разметки сайта. Сейчас выбран правый сайдбар. Можно выбрать левый сайдбар, чтобы вот этот сайдбар находился слева. Но, как правило, всегда он находится справа. Справа мы его и оставим. Либо же можно вообще убрать сайдбар и сделать на всю ширину контентную часть, то есть та, которая посередине. Но мы оставляем правый сайдбар. Цвет элемента. Мы можем задавать цвета элементов. Давайте посмотрим, что это за цвет изменится. В принципе, настройки такие несложные, и вы сами можете поиграться, посмотреть, что изменяется, когда вы меняете те или иные настройки. Мы выберем цвет, давайте зеленый, чтобы прям было понятнее. И смотрим, что меняется вот этот красный цвет. Он изменился на зеленый. И кнопки изменились. Везде, где используется этот цвет, он стал вот таким зеленым. Понятно. Цвет элемента при наведении. То есть давайте поставим фиолетовый. И мы видим, если мы наведем курсор на кнопку, становится она фиолетовой. То есть настройки довольно гибкие, и можно цвета подгонять под те, которые вам нужны. Здесь мы разобрались. Переходим дальше. Call for action, что переводится кнопка для активности, что ли так. Посмотрим на сайте оригинале. Вот мы видим эту кнопку. То есть сразу под слайдером мы видим такой призыв. То есть, ну, что-то здесь спрашивается, хотите ли вы скачать эту прекрасную тему, этот шаблон, и кнопка «Скачать сейчас». Мы можем сделать точно такое же для, например, «Хотите, я вас проконсультирую бесплатно?» и кнопка «Да, хочу». Или же «Скачайте бесплатную книгу». Здесь кнопка «Скачать». И уже эта кнопка будет вести на какой-то... на какую-то страницу. Давайте попробуем это сделать. Мы пишем текст, который будет призывом. Вот мы видим, текст появился. Теперь это мы записали, вот это наше предложение. Теперь введите текст на кнопке. Да, скачать. Напишем. И видим, текст появляется. Ссылка, куда будет вести наша кнопка. Давайте я поставлю на свой лендинг, где можно скачать книгу. Ставим ссылку.
И можно изменить цвет текста. Сделаем его, давайте черную. Просто для примера, а вы уже будете сами для себя выбирать. Мы изменили цвет текста, и теперь цвет фона можно также поменять. Но опять же повторюсь, просто посмотрите, поиграйте с настройками. Вот видим, изменился текст фона. В принципе, здесь так и написано. Цвет границы кнопки. Это вот этот, то есть обводка кнопки и цвет самой кнопки. Цвет текста на кнопке. Все, вот так стильненько у нас получилось. С этим блоком мы разобрались. Давайте сохраним и посмотрим, как это все уже сейчас будет выглядеть. Цвета, конечно, мы неправильно чуть подобрали. Они не сочетаются, но все это сделано сейчас, конечно, для примера. Хотите ли скачать, хотите ли создать сайт на WordPress? Ага, даже по логике неправильно. Надо было назвать, хотите скачать книгу на WordPress, и кнопка «Да, скачать». Если мы нажмем, то нас перебрасывает на наш лендинг. Ну, в принципе, суть, я думаю, вы поняли. Так, далее идет у нас типографика. Типографика – это, собственно, текст, настройки текста, который используется. Сейчас это Open Sans 14 размера и начертание Normal. Я советую так и оставить, это хорошие настройки, и такой текст удобно читать. Все здесь, то есть мы не трогаем настройки. Можно менять цвет заголовков вот этих. Цвет ссылок и цвет ссылок при наведении. Ну, настройки тоже, я думаю, вам понятны. Верхний колон титул, это то есть вот эти настройки. Здесь тоже меняются только цвета. Ну, здесь тоже можете поиграться и изменить под свои нужды. Таким же образом нижний колон титул, то есть наш подвал, вот этот. Также можно изменять цвета. Соцсети, это мы в дальнейшем будем делать вот такие соцсети. И как мы видим, сейчас они такие темные, в принципе, я такими их и оставлю. Если вы захотите изменить под стилистику своего сайта, допустим, у вас он в красных цветах, то можете это сделать именно здесь. И также здесь идут иконки в нижнем колонке титуле. Если мы хотим их продублировать еще и внизу, то выберем. И видим, что они появились вот здесь внизу. Вкладка «Другие» здесь, в принципе, вам не нужно этим пользоваться. Это для уже тех, кто разбирается в программировании и для того, чтобы редактировать, собственно, код. Ну и последняя вкладка «Content Options». Ну, здесь две галочки советую оставить. В принципе, они не надо их настраивать. И вот на этом все. Давайте сохраним и еще раз посмотрим на наш сайт. В принципе, что мы сделали? Ну, самое главное, это мы добавили слайдер, добавили вот этот блок с предложением, что-либо сделать, в принципе, и подстроить также под себя, если захотите. И продублировали мы соцсети вот здесь внизу. Также можно полностью, как вы заметили, менять цвета, что это очень удобно, не нужно лезть в код и там уже править цвета. Вот на этом все. Мы разобрали полные настройки данного шаблона. Конечно, если же выбрали какой-то другой шаблон, то у вас они будут, возможно, свои. На этом все. Спасибо, что скачали мою книгу. Надеюсь, она вам будет полезна. До связи.